без поворота и без мигалок. Стоять! Вы можете на инспектора выписать постановление за нарушение правил дорожного движения? За какое нарушение? Только да, что он не видел. Не был включен? Да, я согласен. Выпишите, пожалуйста, постановление. Почему не будете? Потому что я считаю, что это малозначно. Что значит? Ну, вас, можно ваши документы? А можно ваши документы? Нет, ваши документы можно? Я предъявляю только гражданам Украины. Я же не знаю, как граждан... Гражданин любой страны в Украине пользуется правами гражданина Украины. Любой страны. Так покажите. Я не буду... Ваше удостоверение. Я же не знаю, кто... Ваше удостоверение. Я же не представляю, кто вы, что... Ваше удостоверение. Не буду вам... Гражданин какой-то страх. Всем вам от Евдокимова привет. Спасибо. Пять. На себя. Ты тон выбирай. Бык или кто вы тут? Бык? Я не знаю. Ах ты ж петух, блядь. Посмотришь. Петух ты. Нормально выражайся, дядя. Что значит, как... что значит дядя? Дядя я будет твой спросил, друг. Как могу представляться? Обращаться даже. Все, как никак вы? Не будешь представляться. Никак еще не... будешь представляться. Ну, так никак сядь. Дядя, сядь ты в машину, ты слышишь? Ведешь, я захочу, буду тыкать, ты мне не тыкай. Не как захочу. Ну я не знаю. Пули, не знаешь? Петушиные. Поехали. Что ты сказал, блин, Вася? Хотите драки, давайте будем драться уже, я не знаю. Ты для меня не мент, ты говно вонючее, понял, палочка? Во рту под языком. У меня? Да. У меня во рту под языком говно вонючее? Да. Да? Да. Слышь, ты пила в зеркале увидишь, понял? Гусь.